это рыба серебряный паровоз. Эта рыба называется Lagocephalus salaeratus, но более всего она известна под именем серебряный паровоз. Обычно живет в тропической полосе Атлантического и Тихого океанов, но в течение нескольких лет, благодаря росту температур, добралась до Красного моря и приступила к колонизации Средиземноморья. Серебряный паровоз является чрезвычайно ядовитым существом. Кожа, печень и репродуктивные органы содержат высокотоксичное вещество, тетрадотоксин, который при попадании внутрь приводит к блокировке нервных импульсов, что вызывает полный паралич, остановку дыхания и, как следствие, смерть от удушья. При движении, благодаря серебристым полосам на боках, рыба напоминает серебряный паровоз, потому так и называется, как у всех иглобрюхих, при опасности у паровоза брюхо надувается шаром, во рту две крепких зубных пластины, длина 45-60 см, поедает всех, кто мельче, чешуи нет, только кожа. Эта странная рыба является одним из видов рыбы фугу, одна из ядовитых существ на планете.